Распространение георгиевских ленточек в городах и районах Краснодарского края будет проходить с 23 апреля по 9 мая. Только в Сочи в ходе акции планируется распространить более 14 тысяч георгиевских ленточек. Их можно будет получить в Адлерском, Хостинском, Центральном и Лазаревском районах. Точки раздачи вы сейчас видите на экране. В ходе кампании также организуется сбор целевых пожертвований. Собранные средства направляются на приобретение медицинского оборудования для Краевого клинического госпиталя ветеранов войн и для поисковых организаций. В прошлом году на эти цели было собрано 7 миллионов 870 тысяч рублей.